В этом году Андрею Сергеевичу Кабанову исполняется 170 лет. Собственно говоря, выставка была приурочена к юбилею. Прогрессивный учитель, выпускник симбирских педагогических курсов Андрей Сергеевич Кабанов. Типичный представитель учительской интеллигенции Симбирска рубежа 19-20 веков. Работал в начальных народных училищах Суровки, Ясашной Ташлы, в Симбирском 5-м мужском приходском училище. Позднее в приготовительном классе Симбирской мужской классической гимназии, в ремесленном училище графа Орлова-Давыдова, где преподавал русский язык и историю. Учебник, который принадлежал Андрею Сергеевичу Кабанову, родной язык, которым он пользовался. Проводил свои уроки. Здесь на выставке представлены документы из личного архива Кабанова, семейные фотоальбомы, педагогические статьи. Прогрессивный учитель Андрей Сергеевич был и отличным семьянином. Для своих детей он создал домашний музей. Вместе они собрали коллекцию бабочек, жуков, минералов, составили гербарий местных растений. Мы расскажем на выставке о увлечениях Андрея Сергеевича Кабанова, а именно это охота, таксидермия, сбор минералов. И большая самая такая его любовь и увлечение – это цветоводство и садоводство. Дополняют экспозицию подробные садоводческие статьи и дневник с записями метеорологических наблюдений. Тем, кто решил связать свою жизнь с педагогикой, а также тем, кто увлечен историей своего края. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73.